Утром 8 марта в Новосибирск прибыл доктор Йон Хун Ли, старший пастор церкви Йоида, Сеул, Корея. Эта церковь была основана Дэвидом Йонги Чо и на сегодняшний день является самой большой евангельской общиной в мире. Число ее прихожан превышает 830 тысяч членов. Это первый визит пастора Ли в Россию. Он прилетел в столицу Сибири, чтобы принять участие во Всероссийской конференции «Секреты роста церкви» в качестве главного спикера. Огромная радость и честь принимать этого человека на нашей сибирской земле. Это его первый визит, надеюсь, не последний визит. Когда такие люди приезжают в город, в духовном мире что-то происходит. Около 1500 епископов, пасторов и лидеров съезжаются в эти дни в Новосибирск для того, чтобы услышать слово из уст одного из самых авторитетных евангельских служителей современности. Доктор Ли имеет уникальный опыт строительства и обустройства церкви, что делает конференцию самым значительным событием этого года. Приезд доктора Йон Хун Ли способен оказать глубокое влияние на духовную атмосферу в городе и вдохновить людей мечтать о многом. Валентина Чичулина, Иван Колесников, пресс-центр Церкви Завета.